Приветствую всех участников сегодняшнего состязания, вас, дорогие зрители, болельщики. Я очень благодарен тому, что меня пригласили сегодня в начале этого состязания. И в этом вижу особое расположение, наверное, в первую очередь Богу, потому что любое дело у нас совершается, наверное, с благословением Божиим. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь всех благословил наши сегодняшние команды, а также тех, кто здесь находится. Вижу, что здесь весьма дружеская, хорошая атмосфера, которая говорит о том, что и в ваших сердцах находится что-то доброе, благодатное, радостное. И я хотел бы пожелать всем, конечно же, успехов в сегодняшнем мероприятии, чтобы кто-то из вас стал победителем. Но кто не станет победителем, радоваться тому, что есть еще время и возможность для совершенствования. Предстоящий Новый год я хотел бы всех поздравить, пожелать, конечно же, помощи Божьей в году предстоящем. Ну и напомнить то, что перед нами еще и этот важный праздник, Рождество Христово. Ведь Христос уже 2024 года как родился, ну, получается, в следующем году уже 24 года, в этот момент. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из вас постарался бы в ночь с 6 до 7 посетить храм Божий. Зайти или хотя бы 7 января, вне богослужения, то будет хорошо, кто не имеет возможности, чтобы поблагодарить Бога Младенца Христа за Его великую жертву, которую Он принес на кресте Христову. Потому как благодарность – это протянутая рука за новой милостью. Знаю, что сегодня кто-то будет победителем, поэтому моя огромная просьба, ну, к судьям, что ли, или кто будет вручать награду, я хотел бы тому, той команде, которая проиграет, чтобы капитану команды вручили букет цветов. И с тобой команде преподнесли икону святого великомученика Георгия Победоносца. Но это не значит, что вы должны поддаваться друг другу. Состязайтесь в помощи Божией в ваших благих делах. Большое вам спасибо за ваши слова. Примите, пожалуйста, на позитивного друга человека, который молодец, с следующего года и прежде всего. Дорогие друзья,
Thank you.
Первый, Лидия
Мария Михайловна.
Вика Шишкарева. Екатерина Терехова, 13-й, 2-й ход. Замена.
Thank you.
Сегодня получилось одно сообщение от нашего гриса, нашей гибели на уроке. Слушайте, если вам давайте поздравить, прошу, красиво, кто-то удобно, чтобы было удобно с вами общаться. В чем ты привет? Как зовут? Ксюша, и Ксюша, и зовут песня. Почти все. Прекрасно. Как это было вам из-за чего? Достаточно. Знаете, как у них кричал? Давай тогда как у них кричал бы нам. Подожди, подожди, Отлично! А все, кто громко кричит за чемоданом,
в общине, вот еще не вы, кого не вы, вот о таком уме, о чем делает, кричит. Так, и вы можете связаться с человеком, конечно, вообще не справляет, так? Все, давайте еще раз.
Сегодня партнер Суперкипа, университет Алтая ФМБ, Лима Сыпова, Сыгарбуй, Габриэль Сад, Дети, Дикан, Российская Федерация Сыпова, Согласующий Крещай. Thank you.
Данила Жудеева, 27-й, 1-й фонд.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.